Ну, а жителю Галышманова Сергею Пимневу зима только в радость, несмотря на морозы. В преддверии новогоднего праздника он получил приз от телеканала «Тюменское время» «Снегоход». Наши коллеги, ведущие Дмитрий Наумчик и Татьяна Докучаева, съездили и поздравили победителя. Ну, а также других счастливчиков. Давайте посмотрим, как это было. Пришло время дарить подарки. Подарки ждут своих героев. Поехали скорее. А первая точка нашего подарочного маршрута – город Тюмень, улица Воровского. Здесь живет Юрий, который участвовал в нашей акции «Твоя зима» и который выиграл… Плазму. Правильно. Сейчас мы ее подарим. Здравствуйте, это Юрий. Здравствуйте, это телеканал «Тюменское время». Открывайте дверь, пожалуйста. Куда ставить-то? Давайте пока здесь поставлю. Юрий, ну, первонаперво поздравляем вас с вашим выигрышем. И у нас такой вопрос первый. Что привело вас к участию в нашей акции? Прочитал в газете. Давай звонить. А много звонили? Часто? Да, я несколько дней подряд. Юрий, вот мы видим у вас в телевизоре включен телеканал «Тюменское время». Вы часто смотрите наш телеканал? Да, довольно часто. А есть ли любимые какие-то программы? Да, вот «Юмор ТБ». «Юмор Ютуб». Ну, мы еще раз хотим вас поздравить с новым приобретением. С прошедшими праздниками. И участвуйте в наших акциях. Спасибо большое. Обязательно буду участвовать. Я очень рад. До новых встреч. Этому призу. Спасибо. До новых встреч на телеканале «Тюменское время». Обязательно. Буду смотреть еще более внимательнее. Может, еще что-нибудь. А вот это правильно. Ну что, мы приехали в село Шабаново Амутинского района для того, чтобы вручить приз. А приз у нас получила Анастасия. Анастасия. И выиграла она плазменный телевизор. Пойдем. Пойдем, пойдем. Так, а куда ставить-то ваш приз? Не знаю, вот так, сюда. Да давайте. Ну что, Анастасия, рассказывайте, как вы узнали об акции «Твоя зима»? Ну, я узнала от отца, я была у них в гостях, у родителей. А где они живут? В Амутинке. Вот, ну как бы он мне говорит, что вот есть такая акция. Розыгрыш, как бы разыгрывается снегоход, ну и там другие призы. Говорит, давай участвуй. Ну я так как бы нехотя, да нет, я думаю, что не выиграю. Но он так меня подзадорил, давай, говорит. Ну я так это, ну ладно, думаю, попробую. Ну и как-то втянулась и начала звонить. Много звонили? Ну да, много. А в тот самый день, когда мы проводили розыгрыш, вы были у телевизора? Да, была, смотрела. Надежда была? Было какое-то предчувствие? Ну да, была. Ну я вообще думала, как бы, может, часы выиграю, что-то такое утешительное, как всегда, потому что мне никогда не везло. Я первый раз такой большой приз выиграла. Первый раз? До этого не участвовали? Нет, я вообще не участвовала. Ну вот лиха беда начала. Ну что, желаем вам удачи. Приезжайте к нам в Тюмень, да, смотрите телеканал «Тюменское время», участвуйте в подобных розыгрышах, вы уже поняли, что вам везет. Да. Ну и заодно с прошедшими, конечно же, праздниками. Спасибо большое вам. Ну а вот и наш герой Сергей Анатольевич. Здравствуйте, еще раз поздравляем. А вот и ключи, кстати, да, чуть не забыл. Нравится снегоход-то? Очень. Ну вот мы знаем, Сергей Анатольевич, что вы вроде как и рыбак, и охотник, да? Ну, с детства занимался, сейчас, да и времени нету, да и вроде не на чем было бы. Сейчас, может быть, и даже это звучат тут. То есть можно и детей катать, да, и для хозяйства, да, пригодится. Для хозяйства пригодится. Ну что ж, давайте посмотрим на ваше хозяйство теперь.
Сергей Анатольевич, мы видели, у вас там сена много, у вас какие-то животные, да, есть? Вот, держу их. А кто в хозяйстве? Корова у меня, свиньи. И гуси, вот мы видим. И гуси. Давайте посмотрим поближе. Да. Чайку попьем. Сморозцу, конечно, хочется чайку, но для начала давай несколько вопросов-то зададим Сергею Анатольевичу. Сергей Анатольевич, ну как пришла идея-то вот поучаствовать в этой акции? Вы вообще где-то участвовали для этого? Да это ни в каких акциях не участвовал. Вот. А пришла идея, просто пришел с работы, идет вот эта акция, просто написано было, реклама. Угу. Твоя зима? Ну, твоя зима, да. Вот. Набери номер и выиграй снегоход. Так. Ну и все, просто набрал, супруга еще говорит, да ты деньги расходуешь там это, сроду мы ничего не это. Ну и позвонил просто. Потом позвонили мне и сказали, номер 228, твой розыгрыш. Следите за рекламой. И постоянно следил за рекламой, может быть, говорю, что-то будет еще, что-то не было. А вот 28-го потом в программе смотрю, розыгрыш. А предчувствие какое-то было? Какое-то было, да. Вот даже я до этого сидел, чай пил, какое-то вот такое, это, ну, какое-то... Шестое чувство. А вот вы всю жизнь здесь, в Галышманово? Я всю жизнь здесь. И трудитесь здесь? И трудусь. Я вот 12 января будет, как 25 лет я в агропедколледже. И все 25 лет преподаете? Да. Да. Мастер на производственном обучении. Обучаю на тракторах, на комбайнах, участвую в уборке. Угу. Вот. Лучше может быть. Еще раз хотим вас поздравить. Спасибо, спасибо. И спасибо, что у вас такая есть вот акция. Вот. И какая-то вот, душа и надежда, что действительно есть. Сергей Анатольевич, смотрите телеканал «Тюменское время». Еще не одна акция у нас будет проведена, конечно же. Будем участвовать еще. Вам уже повезло, я думаю, что теперь будет вести всегда.